ПЕРЕВЕРТЫШ 20 июня 1989 года в детском доме города Челябинска царил переполох. Взвинчены были все. И воспитатели, и уборщицы, и, само собой, воспитанники приюта. Не каждый день к ним наведывались гости из Москвы. Да не просто гости, а настоящие звезды всесоюзного масштаба. «Продюсеры!» — повторяла повариха Баба Люда, вызубренная накануне слова, и указывала пухлым перстом высыпающуюся по белку потолка и выше, в небесные сферы. Скептики до последнего не верили в приезд москвичей. Каково же было их изумление, когда они обнаружили под окнами сверкающие иномарки? И даже тот факт, что среди делегаций не было собственного калиста и главного кумира страны, никого не огорчил. В коридоре перед актовым залом столпилась дюжина мальчишек из числа избранных. Как один среднего роста, темноволосые и худощавые. Накануне их лично отобрала директор детдома. Понимая, какая ответственность лежит на их плечах, мальчики вели себя исключительно тихо. Остальные воспитанники завистливо поглядывали из-за угла, перешептывались и делали ставки. Поп-группа «Апрель», некогда созданная из подростков-сирот, была не только любимой группой мальчишек. Кто не мечтал, засыпая о головокружительном прыжке из интернатских застенков на большую сцену, из казенного дома в любовь и роскошь? И шанс выпал. Апрель приобрел такую популярность, что продюсеры решили клонировать музыкантов создать группки двойники, которые бы выступали в селах и отдаленных городах, собирая дань с непритязательной публики. Умение петь не требовалось. Решающими факторами были условная схожесть с главной звездой и отсутствие родителей. Бледные от волнения, враждебно посматривающие друг на друга, счастливчики ждали своей очереди. Но при появлении Феди Химичева сосредоточенные лица расплылись в ухмылках. «Дзыряй, красная девица!» Выступать хочет. В апреле петь. Химичев, как ни в чем не бывало, приблизился к ребятам. Остановился. Глаза смотрят в пол. Руки засунуты в карманы до середины предплечий. Подбородок упирается в грудь. Федю в детдоме называли психом и лупили чаще прочих. Более молчаливого и замкнутого мальчугана нужно было поискать. Говорил он невнятно, ходил медленно, что творится в его мозгах, никто не знал. Учился средне, по поведению двоек не ловил лишь потому, что вообще никак себя не вел. Учитель русского языка Мария Николаевна, гордившаяся умением перевоспитывать левшей, впервые в своей практике потерпела фиаско и, буркнув «пиши как хочешь», вычеркнула подопечного из памяти. Друзей у Феди не было, увлечений тоже. Красные девицы его прозвали за то, что днями напролет он сидел у пруда на заднем дворе интерната и пялился в воду на свое отражение. Некоторые педагоги всерьез полагали, что Химичеву место в психушке, в палате для тихих. И даже самые сердечные воспитатели не находили зацепок, чтобы полюбить Федю. Уставшие нервничать мальчишки разразились смехом при виде Химичева, вставшего в очередь к мечте. Смеяться было отчего рыхлый, с круглым животиком, отвисшими щеками в угрях, с редкими серыми волосами. Химичев являлся абсолютным антиподом звезды. Если уж на то пошло, повариха Баба Люба имела больше шансов пробиться в Москву. «А пропустим его!» – выкрикнул Леня Шарабаев, парень, которого и до приезда гостей сравнивали с вокалистом Апреля и который мысленно уже выступал в Лужниках. Шарабаев схватил тихоню за шиворот, и поддружный гогот втолкнул в актовый зал. «Кто тут у нас?» Химичев опустил голову еще ниже и засунул руки еще глубже в карманы. Директор удивленно заморгала, пожевала губами, вспоминая имя мальчика. Он пробыл в интернате семь лет, но запоминался людям с трудом. «Федя», — наконец сказала она, — «ты что здесь делаешь?» Незнакомый мужчина, похожий на карикатурного форцовщика из журнала «Крокодил», повернул голову к Феде, и его кустистые брови полезли на лоб. Он ошарашенно рассматривал согнувшегося в три погибели Химичева, точно не верил собственным глазам. Затем хлопнул в ладони и воскликнул. «Ну, Анна Алексеевна, полагаю, смотр можно считать оконченным. Вот он, наш двойник». «Да?» – неуверенно переспросила директор, Поглядела на Химичева так, словно видела в первый раз, и подумала. «Боже, да ведь он вылитая звезда!» Свою фамилию Федя получил в честь деревни, близ которой его нашли. Была в Химичева заброшенная усадьба, до революции принадлежавшая графине Анне Топот. Водичавший графский сад часто наведывались местные пацаны. Детский плач услышал Коля Васюк. Прервав яблочный рейд, он обошел руины амбара. Ребенок лежал в ржавом рукомойнике под почерневшим грязным зеркалом и хватал небо крошечными ручками. «На жука похож», — сказал Коля Васюк и отнес находку участковому, Сергею Говоруну. Говорун был убежденным холостяком и, как поговаривали, педерастом. Впрочем, человеком добрым и порядочным. Его старушка-мать, отчаявшаяся понянчить внуков, уговорила оставить ребенка. Она и назвала его именем брата умершего в младенчестве. Уж очень найденыш напоминал ей Феденьку. «Откуда ж ты взялся?» – чесал затылок участковый. «С луны упал, что ли?» «А пусть и с луны!» – восклицала мама. «Ты лучше погляди, какой он умный!» И она подносила к сморщенной мордашке Феди зеркальце. Завидев собственное отражение, ребенок переставал ворочаться, Замирал, и глаза его становились внимательными и пугающе взрослыми. «Когда заговорит, все расскажет», — улыбалась женщина. Но услышать, как Федя заговорил, причем заговорил задом наперед, ей было не суждено. Сергея Говоруна зарезали в Челябинске, и соседи связали смерть с подозрительной чистоплотностью участкового и его пренеприятной манерой ухаживать за ногтями. Одним словом, с предполагаемым гомосексуализмом, Мать скончалась от инфаркта, пережив сына на две недели. Федю же отправили в город, дали новую фамилию Химичев и поместили в детский приют. Рос мальчик замкнутым, сторонился ровесников. Говорить начал в пять, и весь педагогический состав бился над тем, чтобы перевернуть его речь в положенную сторону. Федя упорно выдавал фразы-перевертыши. «Вместо меня зовут Федор, родив ту вазяним, и даже что посложнее. Галина Петровна Мицна, сосланная в интернат из Москвы за жестокое обращение с подопечными, поборола странную привычку Химичева с помощью обычного хозяйственного мыла. Тщательно вымытый рот мальчика стал говорить как положено. Химичев превратился из почти феномена в самого неприметного воспитанника интерната. Он был напрочь лишен эмоций и потому взрыв, случившийся с ним в семь лет, вдвойне поразил Галину Петровну. Вернувшийся в свою комнату после уроков Федя, обнаружил на кровати осколки разбитого зеркальца, любимой игрушки, с которой он не расставался и во сне. Тоненький виск хлестнул по ушам, мерзкий, как голый крысиный хвост. Федя переменился в лице, бросился на задиристого и крепкого Олега Вишнева и принялся душить его. Перепуганный Олег бил сумасшедшего коленом в толстый живот, но тот не обращал на удары внимания, равно как и на призывы и угрозы Галины Петровны. Чтобы разнять их, потребовалось несколько минут, и Вишнев еще неделю не мог нормально глотать. Этого происшествия хватило, чтобы перевести Федю в интернат со строгой дисциплиной, и Галина Петровна, подписав бумаги, облегченно вздохнула. Тихоня вызывал в ней брезгливость. Что касается Химичева, он воспринял смену места со свойственным ему безразличием. А спустя семь лет Федя выступал на сцене химического клуба, и зал был полон, и зоотехник Коля Васюк взял у столичной звезды автограф. Строго говоря, Федя не пел, открывал рот под фонограмму, но двигался при этом так, что у бывших однокашников отвисла бы челюсть. Сутулившийся лунатик превратился в чертика на пружинке. Он носился по сцене, нелепо подпрыгивал, тряс жирком, и девушки в зале млели. «Красавец! Как танцует! Какой взгляд!» И кричали его имя. Вернее, имя оригинала. А клон, уникальный двойник, смотрел в зал невидящими слезящимися глазами и по рыбье разевал рот. В гримерке он снова затухал, сидел у зеркала, как статуя. Изучал отражение. Счастлив ли он был, разъезжая по задворкам Союза, выдавая себя за звезду? Можно лишь предполагать и верить его едва слышным словам «меня все устраивает». Так он обычно отвечал концертному директору. Директора тоже все устраивало. Но уже через год коллективов, подобных Апрелю, развелось с десятки, и нужда в подделке отпала. Псевдоапреля расформировали, и судьбой их с участников никто не интересовался. Пятнадцатилетний толстяк с редкими волосами сел в поезд до Москвы. В чемодане лежало сменное белье и баснословная сумма в 500 рублей. Две зарплаты советского гражданина. И если бы пассажирам того поезда сказали, что с ними едет парень, который в течение года выдавал себя за вокалиста популярной группы, они бы покрутили пальцем у виска. Три дня Химичев жил на Казанском вокзале, в уголке у мусорной урны. И будто ожидал чего-то. Неоднократно к нему подходили бомжи из главных, но быстро оставляли в покое. Как-то подростка приметил Гриша Чапурай. Гриша похищал детей, калечил и заставлял попрошайничать. По-воровски озираясь, Гриша приблизился к Химичеву и проворковал. «Ну-ка за мной, толстячок!» Федя приподнялся с лавочки, и их глаза встретились. «А, ты, Вадик!» Рассеянно протянул Гриша чапура и помассировал переносицу. «Чего-то тебя сразу не признал. Как сам-то? Хорошо, спокойно ответил Химичев. Вот и славно. Лады, пойду я, волка ноги кормят. На третий день напротив Феди остановилась женщина с авоськами. Она долго смотрела на мальчика, затем прикрыла ладонью рот и заплакала. Она плакала за своим сыночком, утонувшим в реке прошлой осенью. Вокзальный паренек был точной копией покойного Толика. Зинаида Павловна Калугина позвала мальчика, и он послушно подошел к ней. Она спросила, откуда он, где его родители, голоден ли он. Спустя час Федя ел вареники на кухне Зинаиды Павловны, и женщина смотрела на него, как смотрят только матери. За ее спиной висела фотография подтянутого парня с густыми светлыми волосами. Невероятно, качала головой Калугина. Одно лицо. И Федю Химичева полюбили. Вернее, полюбили в нем кого-то другого. Он понимал, что любовь это схожа с то, что горело в зрачках обманутых фанаток, когда он выступал на сцене. Но разрешал себя любить. Научился улыбаться и поддерживать беседу социализировался настолько, насколько было нужно, чтобы продолжать жить в квартире Зинаиды Палны. Устроился работать сторожем в универмаг со множеством зеркал. К 18 годам Федя похудел, и складки кожи висели на нем шкурой шарпея. Продавщица Катя считала, что он похож на Алена Делона и подкармливала горячими пирогами. С ней он лишился девственности. «Ты такой... необычный», — шептала она, перебирая клочковатую поросль волос на его груди. — Молчаливый, вдумчивый. Вот бы прочитать твои мысли. Катя удивилась бы, узнав, что творится в голове ее любовника, ибо там на первый взгляд не творилось ровным счетом ничего. Его внутренний мир был ледяной комнатой с заиндевевшими зеркалами и единственной дверью в конце немыслимо длинного коридора. Химичев сам не ведал, что находится за дверью, и в разгадке тайны был смысл его существования. А еще сильнее Катя поразилась бы, осозная она, что ее возлюбленный не голубоглазый шатен. Совершенно. В 96-м Зинаида Пална заболела. Она не поднималась с постели, впадала в забытье, теряла память. «Это я, мама», – терпеливо говорил Химичев. «Я, Федя». «Ты не Федя», – кричала старушка. Прогоните его, он лжец, самозванец, он чудовище!» Ночью Химичев собрал чемодан, не намного объемнее того, с которым приехал в Москву, и покинул умирающую Зинаиду Палну. Катю не предупредил. Ему были глубоко безразличны ее переживания. И опустившись на полку поезда Москва-Киев, он навсегда забыл ее имя. В Киеве он снял квартиру за полцены, потому что напомнил кого-то хозяйке. Он работал в магазине, продающем зеркала, и с каждой зарплаты покупал по зеркалу. Теперь в его комнате жили сотни химичевых, и иная компания ему не требовалась. Хозяйка посчитала бы весьма чудным наличие зеркал на полу и под подушками. Но Федя загодя готовился к ее визиту и прятал отражение в шкаф. За три года киевского периода он не нашел ни девушки, ни друзей зато значительно продвинулся по ледяному туннелю своего внутреннего мира, и таинственная дверь стала чуть ближе. Галина Петровна Митсна поразилась бы, узная, что заторможенный эксподопечный всерьез занялся наукой. Свободное время он проводил в библиотеках, читая все, что было связано с зеркалами, от книг по истории быта до художественной литературы. Через призму амальгама он погрузился в физику и поэзию, к 24 он прочел тысячи стихов и рассказов, в которых так или иначе фигурировали зеркала. Погрузился в литературные эксперименты футуристов с использованием слов-перевертышей. Амбарная книга была заполнена примерами зеркальных шифров, палиндромами, вырванными из контекста цитатами, вырезками из газет. Тяжеловесные тома о преломлении луча интересовали его наравне с бульварными байками о призраках из-за зеркалья. С 98 -го года Химичев приступил к изучению итальянского языка. Репетитор был уверен, что работает с сыном некоего Михаила Аркадьевича. Параллельно он выделял часы для прогулок в парке. Он уже не был сутулым, прячущим взгляд юношей. Шел, подняв голову, и всматривался в прохожих. Что касается внешности, то описать ее беспристрастно не представлялось возможным. Одни сказали бы, что он худ и сероглаз – Другие отметили бы разительную схожесть с Михаилом Ефремовым. Третьи, к пущему удивлению вторых, описали бы роскошные усы разовощокого гражданина. И все они были бы правы и неправы одновременно. Ведь что такое истина, если не субъективное, как отражение в зеркале иллюзия? К зиме с Федей начали здороваться незнакомые люди. «Привет, Андрюша!» «Здравствуйте, Константин Геннадьевич!» «А чего это ты, Леш, мимо проходишь?» Федя бросал вежливые фразы и шел дальше. В уголках его плотно сжатых губ зарождалось почти что чудо. Тень первой за двадцать пять лет искренней улыбки. Он был готов сделать следующий шаг, но прежде нуждался в неоспоримом подтверждении своей власти. Дом на станции Золотые ворота он выбрал на обум. Позвонил в случайную дверь открыла привлекательная блондинка лет 45 в халате с кухонной лопаткой в руках. Аппетитно запахло домашней едой, и аскетичный Химичев вспомнил, что последнюю неделю питался исключительно хлебом. Блондинка посмотрела на незнакомца краем глаза и убежала в квартиру, крикнув «Заходи, у меня котлеты горят!» Химичев неторопливо снял ботинки. Заглянул в гостиную и спальню. Задержался у зеркала напротив кровати. Судя по убранству, блондинка жила с мужчиной, но без детей. Федя проследовал на кухню. Хозяйка порхала у плиты, управляясь с двумя кастрюлями и сковородкой. «Ты почему так рано? Начальства нет?» «Отпустили», — коротко ответил Химичев и сел за стол. Блондинка выставляла тарелки и рассказывала о своем дне, о том, как приходила мама и подгорели блины. Он молча жевал, наслаждаясь вкусной едой и компанией чужой женщины. Что-то не так? Ты какой-то странный? Химичев встрепенулся. Почему странный? Что именно тебя смутило во мне? Блондинка не понимающе улыбнулась. Ну, ты держишь вилку не в той руке, а теперь задаешь странные вопросы? Химичев мысленно обругал себя и взял вилку в правую руку. На работе устал. Бедный мой, она погладила его по щеке. Минуло четыре года с тех пор, как он занимался сексом. Он оглядел ее чуть увядшую, но не утратившую было и красоты женщину, вымазанную в муке шею, крепкие икры. О нет, он не возжелал ее, но эксперимент требовал чистоты. Исследуя тропой ледяного коридора, он протянул руку, распахнул ее халатик. Женщина вздохнула подалась навстречу. Качнулась полная тяжелая грудь с загрубевшими сосками. Химичев стиснул ее, скользнул пальцами по шраму от аппендицита вниз, в густые волосы, таящие влажное тепло. «Максим!» – прошептала она. «Напомни, во сколько я обычно возвращаюсь с работы?» «В шесть». У Феди был в запасе час, и он провел его в объятиях женщины, чьего имени не знал. Она стонала удивленно и восторженно, а он смотрел поверх ее головы на собственное отражение и улыбался. Действительно улыбался. Пока она была в душе, он ушел. Столкнулся в подъезде с интеллигентным мужчиной в очках. Мужчина нахмурился, судорожно пытаясь вспомнить Химичева, и на всякий случай поздоровался. «Добрый вечер, Максим», Кивнул Химичев. В январе он оформил загранпаспорт. Процесс не занял много времени. Работница Авира приняла его за президентского зятя. Федя подумал, что чувство, растопившее лед его губы, есть человеческое счастье. Отныне он не просто шел к цели Он научился упиваться дорогой. Возле съемной квартиры Феди, ставшей тесный от зеркал, Недавно вырос особняк, столь же роскошный, сколь и безвкусный. Федя часто видел выезжающего из ворот громилу в лыжной шапочке с бульдожьей, покрытой оспинами физиономией. «Эй!» – окликнул он соседа. Громила оглянулся, глаза его враждебно сверкнули, но через миг пришло узнавание. «Эммануил Робертович? Какими судьбами?» Химичев объяснил. «Да не вопрос, что вы, для таких людей ничего не жалко!» На следующий день Громила отдал бывшему воспитаннику Челябинского интерната и бывшему двойнику поп-звезды пять тысяч долларов. «Мои двери всегда для вас открыты», — добавил он, тряся руку Фери в своих лапах. Ночью Химичеву снился замерзший океан, где вместо льдин были изломаны осколки гигантских зеркал. Зеркала терлись друг от друга и хрустели, осыпались серебром, и вихрь поднимал к черному небу тучи зеркальной пыли. «Дом», — бормотал Фери во сне. Утром он собрал вещи, с учетом книги и записей целых два чемодана. Покинул зеркальный лабиринт и снял номер в гостинице неподалеку от Борисполя. Билеты на самолет лежали в его кармане. И он потерял бдительность. Эмоций и чувств к 25 в нем было гораздо больше, чем прежде, хотя по общечеловеческим меркам он был не теплее зеркальной поверхности. Паренек, часами в смиренном ожидании просиживавший у пруда, нетерпеливо кружил по номеру. Дверь была совсем рядом. Не в силах оставаться на месте, он выбежал в ночь и блуждал темными киевскими закоулками. Он не слышал, как они приближались, а помнился лишь, когда снег хрустнул за спиной. Перед ним в зловонной арке стояли две мужские фигуры — Химичев взял себя в руки и спокойно даже высокомерно поглядел на мужчин. Вы меня не узнали? Скинул он бровь. Узнали, Юфа. Прекрасно узнали! Проскрипел голос. Вот и чудно. Химичев хотел пройти мимо, но его толкнули в снег. Впервые с тех пор, как он вырвался из интерната, к нему применяли физическую силу. Мы говорили тебе не появляться в Киеве? Мрачно спросил один из типов. Но я не Юфа. Мужчина вытащил пистолет с глушителем и дважды выстрелил. Обе пули попали в левую сторону Фединой груди, выбив из его куртки красные перья и фонтанчики крови. Федя дернулся и замер на темнеющем снегу. В небытии он видел людей с зеркалами вместо лиц, и отражения создавали бесконечные черные воронки, похожие на беззвучно кричащие пасти. Химичев очнулся на больничной койке три дня спустя. От его грудной клетки тянулись трубочки, ведущие в бутылку с раствором. Содержимое бутылки булькало при каждом его вздохе, и дышать было неприятно, а кашлять невыносимо. В палату ворвалась ватага медиков, и главный сказал, потирая руки: А вот и наш феномен Что произошло? Слабым голосом спросил Федя. Седой врач по-отцовски улыбнулся. «Произошло то, что вы уникальный, Федор Сергеевич!» Химичев отметил, врач называет его настоящее имя. «И ваша уникальность спасла вам жизнь. Дело в том, дорогой мой, что вам посчастливилось иметь врожденную аномалию, так называемую дикстрокардию. А мне, признаюсь, посчастливилось заполучить пациента, о котором мечтают многие светила науки. Ведь транспозиция органов – явление чрезвычайно редкое» медики закивали смотрели они на ферю почти с любовью не понимаете сладко пропел старый доктор все просто и удивительно как сама природа ваши внутренние органы молодой человек расположены зеркально сердце справа а печени селезенка слева кровеносные лимфатические сосуды нервы кишечник также инвертированы и если бы не это чудо вы бы давно были мертвы Химичев сдавленно поблагодарил врача и прикрыл глаза. Он думал об улетающем самолете, ускользающей цели. Он провел в больнице месяц, простудировал словарь итальянского языка и взялся за латынь. Врачи в нем души не чаяли, а родственники других пациентов, путаясь, приносили ему соки и еду. Незадолго до выписки он переспал со своей последней женщиной, медсестрой Кариной. Карина жадно целовала его в губы, гладила повязки и называла «мой Брюс Ли». Она была уверена, что он азиат. В мае он повторно купил билет на самолет Киев-Рим и без сантиментов попрощался с Украиной. Вечный город тепло встретил гостя. По-итальянски он говорил бегло, и надо ли упоминать, что римляне принимали его за земляка. Позаимствованных у киевского бандита денег хватило, чтобы снять домик на тенистой улочке. К вечеру соседи уже приветствовали его как старого знакомого. Он устроился на работу в библиотеку возле дворца конгрессов. Начальник, профессор Альдо Доминичи, помог ему получить пропуск также и в библиотеку Ласа Пиянца, старейшего университета, основанного в 1303 году папой Бонифацием VIII. Сеньор Доминичи не выговаривал имя Федор и потому называл его Раф, в честь актера Рафа Валона, на которого, по мнению профессора, был чертовски похож библиотекарь. И вновь челябинский сирота погрузился в книги. Он допоздна засиживался над изъеденными пожелтевшими страницами и домой приходил обессиленный. Проводить пятничные вечера в компании с профессором он начал не из желания иметь друга, и уж, конечно, не от одиночества. Дружба с Альдо Доминичи сулила выгоду. Ключ к разгадке и ключ в прямом смысле слова. К тому же ученый помогал ему осваивать латынь. Они прогуливались римскими улицами и говорили о поэзии. Профессора впечатлило то, что подопечный помнил наизусть целые отрывки из Данте. Как бы он впечатлился, узнай, что Федя прочитал божественную комедию только из-за упоминания в ней зеркала. Иногда японские, американские, австралийские туристы примечали Федю и махали ему руками. «Хеллоу, Билли!» Didn't to see you here, Kevin. С легкой руки мамы участкового Говоруна в свидетельстве о рождении Химичева значилось 10 августа, день, когда его нашли. Он перестал отмечать эту дату с тех пор, как уехал из Москвы, и не ждал подарков, и не нуждался в них. Но в день 27-летия он получил от профессора заветный ключ. «С его помощью», — сказал Доминичи дрожащим голосом ты сможешь в любое время попадать в закрытый библиотечный архив. После этого, прижав Химичева к фонтану с наядами, сеньор Доминичи впился в его губы долгим мокрым поцелуем. Профессор был геем, но Химичеву повезло импотентом, и спать с ним не пришлось. Зима 2002 года отметилась двумя важными событиями. В построенном при Муссолини музее открылась выставка зеркал. Стряхнув с себя книжную пыль, Химичев часами бродил по галерее, словно дегустировал свое отражение. Величественные перламутровые рамы барокко, строгая оправа ампира и, главное, средневековые муранские зеркала, помутневшие от времени, покрытые сетью трещинок. Дефект накладывался на отражение, будто прошлые эпохи затеняли Федю Химичева. Здесь он задумался над тем, кто же он, существует ли настоящий Федя, или он лишь кривое зеркало. Человек, похожий на чьего-то сына, чьего-то зятя, Эммануила Робертовича, не живущий сам по себе. Что, если под слоями амальгамы ничего нет? И его пробрала дрожь. Что, если за дверями в конце ледяного туннеля тоже нет ничего? Выставку он покидал подавленный, смущенный. Он пока не знал, какое поворотное событие поджидает его в глубине архива. «Секретум спекуло» – «Тайное зеркало». Так называлась переплетенная в кожу книга, обнаруженная им поздним февральским вечером. Герметический трактат, написанный в XVI веке алхимиком Лавкадио Дефольце. Дефольце был монахом-доминиканцем, химикусом и естествоиспытателем. Он неоднократно посещал Византию, изучал цивилизацию Востока и наследие античности. Главной страстью его жизни были тайные двери, спекули, зеркала. И одержимый той же страстью Химичев сгорбился над трактатом. Он водил пальцем по тексту, сверялся со словарем. Его глаза блестели, когда очередная алхимическая криптография раскрывала перед ним свои секреты – он читал и переписывал магические заклинания, составленные Лавкадио Дефольцей четыре века назад. А за окном завывал ветер и вспыхивали, отражаясь в осколках зрачков молнии. В майском номере газеты «Ильме Сагеро» вышла статья под заголовком «Гипнотизер-грабитель». В ней не без доли иронии повествовалась о супруге известного римского адвоката, которая впустила в дом совершенно незнакомого господина, приняв его за мужа и отдала большую сумму денег. Загадочный двойник адвоката бесследно растворился. К статье прилагался сделанный камерами наружного наблюдения снимок. И хотя лицо злоумышленника было смазанным до неузнаваемости, многие римляне опознали в нем своих близких и друзей. А одна пожилая женщина увидела на фотографии Хулио Иглесиаса. Слава Химичева абсолютно не интересовала, равно как и красоты Венеции. Шагая вдоль канала, он смотрел исключительно вперед, с набережной он свернул на улочку Сотопортего, столь узкую, что солнечные лучи не доставали до нижних этажей. Улица упиралась в ремесленническую мастерскую с табличкой стекла и зеркала. Хозяин, вертлявый коротышка по имени Спартако котце радушно встретил гостя. Еще бы, не каждый день к нему заходил сам Фабрицо Кватрини, коллекционер и тончайший ценитель. «Сеньор Кватрини!» — скричал котце как давно вы в Венеции? Месяц! Сдержанно проговорил Химичев и сел напротив хозяина. Покончив с дружескими формальностями, он рассказал о причине визита. Я хочу заказать у вас зеркало. Но это будет необычное зеркало, и я готов щедро заплатить. Котцы потер пухлые ручки Он любил деньги, но работу, тем более работу с таким экспертом любил сильнее. «В чем заключается необычность?» Вместо ответа Химичев пододвинул мастеру исписанную страницу блокнота. Коцый водрузил на нос очки и поднес листок к глазам. Через минуту он посмотрел на заказчика поверх страницы, присвистнул и вернулся к чтению. Через две воскликнул. «Ртуть? Ртуть, а не серебро?» Именно так. Спартака Котса отложил бумагу, сцепил пальцы на толстом животе и задумчиво произнес. «Действительно необычно. Сеньор Кватрини, я не смею подвергать сомнению ваш профессионализм, но зеркало с таким широким фацетом будет иметь плохую светопропускаемость и не даст идеального отражения». «Мне не нужно идеальное отражение», — с расстановкой сказал Химичев. «Мне нужно, чтобы вы сделали все, как здесь написано». «Еще», я буду присутствовать при изготовлении. Работа проходила на принадлежавшей Котце небольшой фабрике. Заказчик стоял на балкончике и зорко следил за тем, как краят и режут листовое стекло, как давятся ядовитым испарением, покрывая заготовку ртутно оловяной амальгамой. Спартако Котце, в свою очередь, наблюдал за заказчиком. «Что он бормочет?» — хмурился мастер. «Что он шепчет себе под нос?» В какой-то момент Котцы почудилось, что на балкончике стоит вовсе не Фабрицио Кватрине, а тощий низкорослый тип с редкими серыми волосами. Котцы протер глаза. Наваждение исчезло. Итальянец решил впредь не пропускать воскресные мессы. Вечером в отель «Аль Антико», где Химичев снимал номер, курьер доставил заказ. Напольное зеркало 2 метра высотой и метр шириной. Выглядело оно непритязательно, без рамы, с необработанными краями. Отражение мутное, как в грязной луже. По амальгаме сбегала волнистая свиль, кое-где вздулись пузыри. Но Химичева осмотр удовлетворил. Он положил зеркало посредине комнаты, лег на него, свернулся клубком и уснул. Ему приснился замерзший океан вставшие на дыбы на усмиренные немыслимым холодом волны и водяная пыль на их гребнях, подпирающие черное небо глыбы айсбергов, ощетинившиеся ледяные шипы волосы. И все это было зеркалом. И все это скрипело и трещало и рвалось. И закованный океан обратился к Химичеву из-под толщи льда. «Ты нашел нас, сын?» «Да, отец». Федя хотел поклониться, но понял, что у него нет ни шеи, ни головы. Он был одной из мыслящих льдин мерзлого мира. Говори, велел голос. Он заговорил. Он рассказал о своей жизни по ту сторону. О том, как он искал дверь, как притворялся, как ему верили, принимая за человека. Он не упустил ничего. От детства в Челябинском приюте до откровения в Римской библиотеке океан произнес хорошо сын твой опыт послужит нашим колонистам в зазеркалье теперь ты можешь вернуться домой как спросил альдина одна из миллиарда льдин и океан объяснил проснувшись сфере химичев первым делом позвонил в аэропорт марко пола и забронировал билет до москвы затем вызвал такси Использованное зеркало Котцы он бросил, когда этого бросал людей. Ему оставалось сделать крошечный шаг по ледяному туннелю, и он сделал его. Из Италии в Москву. Оттуда поездом до Челябинска. И, наконец, на разваливающемся автобусе в деревню Химичева. Феде показалось, что он уже был здесь, но он не вспомнил когда. Сгорбленная бабушка помахала ему из-за забора. Ванечка! Никак домой и вернулся. Почти, сказал Федя и пошел по проселочной дороге. Коля Васюк, сын того Коли Васюка, что нашел маленького Федю, сбивал палкой яблоки, когда услышал звон. Где-то разбилось стекло. Заинтересованно он стал продираться по заросшей тропинке бывшей усадьбы. Обошел руины амбара и выглянул за угол. Усадьба опустела 85 лет назад. Дом графини Анны Топот растащили по кирпичикам. Исчезли конюшни, постройки для прислуги. А вот рукомойник до сих пор торчал на железной ножке посреди заднего двора. И не нашлось за 85 лет мальчишки, додумавшегося бы разбить черное зеркало, висящее в раме над рукомойником. Но теперь оно было разбито. Разбито худым незнакомым Васюку мужчиной лет 30. Он был сутул, кривонок, Бесцветные волосы росли на шишковатом черепе островками. Кожа лица висела толстыми складками, как у шарпея. Но он не был похож на собаку. «Он похож на жука», — подумал Коля Васюк. Мужчина его не замечал. Он достал из рукомойника длинный и тонкий осколок зеркала и разглядывал свое отражение, будто что-то читал. А прочитав, поняв, он направил осколок острием к себе, к правой стороне грудной клетки. Коля Васюк открыл рот, чтобы остановить незнакомца, но не успел. Одним ударом мужчина вонзил зеркало в свою впалую грудь, ахнул и упал на колени. Глаза его устремились к небу, и небо отразилось в зрачках. Морщины разгладились. Губы растянула улыбка. Он рухнул улыбкой вниз в палую листву графского двора. И Коля неоднократно клялся приятелям, что никогда прежде не видел такого счастливого человека.